Добрый день. Я представляю сообщество «Бутырский хутор». 14 мая, когда мы здесь собирались, конечно, людей было достаточно больше. Это было где-то около 70 тысяч человек. Конечно, очень печально, что сегодня вот получился такой наш народный митинг. Вот. Но я хотела еще обратить внимание в этот праздник, что нас лишили весны. Я пришла специально с веточкой сирени, что многие люди не могут поехать на дачу, занимаются собраниями, выяснениями всяких документов. Вот. Нас лишили радости, лишили нашей семьи счастья, спокойствия. И многие пенсионеры видят вот в этой программе беду и... уже даже много летальных исходов есть в связи с этой программой. Вот. Поэтому я призываю всех не отчаиваться, бороться за программу о реновации 14 июня в Мосгордуму, которая вот объявлена будет чтение, прийти туда на митинг. И еще хотела обратить внимание, мы находимся в очень прекрасном месте на проспекте Академика Сахарова. Слева от меня находится Садовое кольцо, и там находится здание, которое построил Савва Морозов. В этом здании когда-то выступал Шаляпин. Сегодня такой праздник России, должна звучать русская музыка, но мы все время слышим фон иностранной музыки. Мы уходим от нашей русской народной музыки, русской культуры, а соответственно купеческой Москвы, которая тоже уничтожается. И вот это здание, которое Савва Морозов построил, пил Шаляпин, там прекрасная акустика. Это здание Московского полиграфического института, ныне университет печати. Мне, по счастью, удавалось в этом здании быть и даже слушать лекции. Поэтому я вас всех призываю к борьбе. Не опускайте руки, идите вперед. Защищайте пожилых, не обижайте друг друга, потому что мы должны друг другу помочь, сплотиться и идти дальше и добиваться того, ту задачу, которую мы перед собой поставили. Всех с праздником! Праздником!